去克服这样的。Ну, под камеру, как чё? Давайте. Чё, взаймы хочу. Нет. Александр Ильич Жуков, человек известный, я даже не буду его представлять. А у меня, собственно, один, можно сказать, шкурный вопрос. А вот в недавние времена мы очень хорошо, здорово снимали шахматы в Государственной Думе. Ну и как-то последнее время, понятно, времена тяжелые, надо напрягаться. Вот что-нибудь по этому поводу. Возможно ли возрождение шахмат в Государственной Думе России? Но на самом деле они там не прекращались. У нас каждый год, во-первых, проходят турниры межпарламентские. И в этом году тоже был, в октябре, совсем недавно. А сейчас мы планируем матч с Сбербанком. Когда, если не секрет? Я думаю, что где-то в феврале будет матч с Сбербанком большой. Мы играли с ними там на 50 досках в прошлый раз, по-моему. Да, было это, я снимал. Да, вот сейчас будет следующий, договорились. И с ними, и с Центральным банком. Спасибо. Я надеюсь на персональное приглашение. Обязательно вас пригласим. Спасибо.